Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жанно Самаюктам Бинда Ванам Манохарам Банчакалпатарувашакепасиндубеча Патитананг Павунибха Вайшнавибхьо Наму Намаха Мукам Кароти Вачаланг Пангунланг Хетгирим Ятки Патамаханг Банде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сватта Ваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскитта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудирам Шанкиртане Кришна Като Падеша Гаврия Патрашо Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхайям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витатихам Панодопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарунаравиндам Ят Пада Паллаванакачандамани Чатая Биспуриджита Кимапикапаваду Свадарша Паранурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Каруса Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Санкиртанай Кабитару Камала Ятакшо Вишам Бару Дижабару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Батару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктим ча муктим ча дада синиттам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бивуши табам бхагам Нараяно прияманга мада пухарам Барауна Сипурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджушва Вадани Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасасте Хиде Самби Там Нишингамахам Хаджа Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.
нама санкиртанам яса сарва папа пунасанам пранама дукша шаманам там намами харим парам нама санкиртанам яса сарва папа пунасанам пранама дукша шаманам там намами харим парам Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру told Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамхамса Гуру сказал, что абсолютную истину невозможно уничтожить. Это, она не какая-то дешевка, что ее можно уничтожить криками, заявлениями, силой и как бы то ни было еще. Ее невозможно уничтожить. Скорее вы умрете, чем абсолютная истина. Шрила Парикшит Махарадж стремился принять абсолютное прибежище у лотосных стоп Бхагавана Шри Кришны. Парикшит Махарадж был великим царем. Он повелевал всем миром. Тем не менее, он хотел принять прибежище у лотосных стоп Шри Кришны. Полностью. Безостаточно. И когда человек принимает прибежище, он обретает силы. Таким образом, благодаря желанию Верховного Господа, благодаря Его милости, Парикшит Махарадж встретился с Шукадевой Госвами. И произошла Бхагавата-катха. Для нас это Бхагавата-катха, которая состоялась там, зашла из лотосных уст Шукадева Госвами. Это наше сокровище. Без этой харикатхи, лишь благодаря ей мы живы. Мы по-настоящему удачливы, что родились в человеческих телах. Завтра утром я буду говорить об этом, и вы сможете понять это глубже, понять, насколько мы удачливы, что спустя лакхи рождений, в конце концов, мы приняли человеческое рождение. Человеческое рождение настолько уникально, что оно дает больше возможностей, даже чем рождение на планете полубогов, как полубог. Возможно, они на райских планетах, возможно, они на высших планетах. Соответственно, у них больше возможностей, у них много преимуществ, возможностей. И наслаждаются они не подобно нам. Их наслаждения более утонченные. Наше наслаждение грязны, а их наслаждение утонченное. Мы заняты материей. Там тоже материя, тем не менее, не такая, как здесь. Они попали туда благодаря своему плодам своей предыдущей деятельности. Индра стал царем рая, Варуна. У каждого свои обязанности, свои подразделения служения. Но кто управляет ими? Кому подчиняются они?
Сурья, солнце восходит и заходит, потому что боится меня. Точно так же луна исполняет свои обязанности из-за страха передо мной. Варуна исполняет свои обязанности, Индра исполняет свои обязанности. Каждый делает то, что должен, благодаря страху передо мной, говорит Господь. Тем не менее, они гордятся тем, что они делают. Они думают, что на самом деле они делают это по своей собственной силе. Прабхупада объясняет, что на самом деле их положение более печально, чем наше положение. Наше положение более выгодно, потому что они не могут совершать баджан. У них нет такой возможности, потому что они слишком самоуверенны, слишком горды. И в действительности их жизнь там нестабильна. Точнее, у нас жизнь нестабильна, мы то чувствуем себя хорошо, утром хорошо, вечером уже плохо. Хотя у них там, на райских планетах все иначе. Они не стареют, они вечно здоровы и пьют амриту. Но Прабхупад говорит вновь и вновь. И даже в Бхагаватам есть подтверждение этому, что полубоги молятся Верховному Господу о возможности родиться на земной планете, в Бхарате, в Индии, как люди в человеческой форме. Они молятся, если мы сделали что-то хорошее, пожалуйста, пусть в следующем рождении мы, примем в Индии. На Бхарата Варша. Дурлабха указывает, слово дурлабха означает редко, но судурлабха — это крайне, чрезвычайно редкое явление. Прабхупад вновь и вновь говорит о том, что человеческое рождение не для наслаждений, как мы привыкли думать. Не для того, чтобы поклоняться полубогам, а потом получать, наслаждаться плодами от этого поклонения. Нет, лишь для совершения абсолютного баджана. И несмотря на то, что полубоги обладают большими, чем мы, возможностями, известны 18 видов ситх, которые присущи полубогам. Они могут снизойти до наших планет за секунды. Если Индра захочет оказаться здесь, ему потребуется секунда, доля секунды. Но мы на это не способны. Если вы оскорбляете Индру, он слышит со своих райских планет. Также он может видеть все и может войти во что угодно, принять крошечную форму. А если вы стремитесь обрести йога-ситхи и совершаете какие-то аскезы ради этого, вы, можете добьетесь, но их, но не добьетесь бхакти. Я вам рассказывала уже, что один человек отправился в Гималайя и совершал там серьезные аскезы. А потом он сказал: «Ты знаешь, чего я достиг? Я обрел йога-ситхи». Что за йога-ситхи? «Я могу ходить по воде». А ему собеседник говорит: «Да я 2 рупии заплачу, и меня перевезут на лодке».
ты столько времени затратил на это умение, которое стоит всего 2 рупии. Каков смысл? Поэтому не нужно совершать баджан ради обретения ситх. Если вы будете делать это, вы не обретете бхакти. Здесь мы потеем, а там полубоги не склонны к этому. У них вообще совершенно никаких проблем, вызванных телом, нет. У них есть все, что они хотят. Но, как правило, мы видим, что те, кто живет в роскоши, не совершают баджан. Я молю Бхагавана, чтобы он устроил так, чтобы я вел очень простой образ жизни, чтобы у меня не было излишеств. Как правило, богатые люди не считают нужным совершать харибаджан. Я говорю вам, что если у вас какое-то, казалось бы, с материальной точки зрения, невыгодное положение, это ваше благословение. Вчера я рассказывал о Триданта Саньясе. Триданта Саньяси, которого все оскорбляли, когда его семья отвернулась от него, он осознал, что сейчас Господь поместил меня в такую ситуацию, когда я вынужден совершать харибаджан. И он воспринял ее как благословение Бхагавана. Прабхупад говорит, что деньги, богатство не позволят совершать вам харибаджан. Для того, чтобы его совершать, необходимо испытывать нишкинчанабхаву. Если вы полагаетесь на свои сбережения в банке, полагаетесь на родственников, кого бы то ни было еще, лишь когда у вас не будет ничего, вы сможете молиться Господу. По-настоящему взывать к Нему. У полубогов, то есть полубоги могут перемещаться со скоростью мысли. Им не нужен ни бензин, ни транспортные средства. У них есть какие-то колесницы, которые передвигаются по воздуху. Но несмотря на все это, Прабхупад говорит, что они не могут совершать харибаджан. Я сейчас не говорю, что они против Бхагавана. Нет, все полубоги, как правило, благосклонно относятся к Бхагавану. Иногда у Индры появляется, взрастает ложное эго, как в лиле с Кришной, когда Кришна держал Гавардхан на мизинце. В той лиле Индра бросил вызов Бхагавану. Он специально сделал так, что Браджаваси столкнулись с проблемами, потому что он не осознавал, кто есть он, а кто перед ним, что перед ним Верховный Господь. Несмотря на то, что у Индры нет абсолютно никаких гарантий, что в следующей жизни он родится вновь, примет подобное рождение. Он может родиться здесь, среди нас, где бы то ни было еще. Потому что следующий царь райских планет — это Бали Махарадж. Выборы уже прошли.
То есть Индре совершенно нечем гордиться, тем не менее, порой его эго заставляет его потерять рассудок. Здесь мы живем 70-80 лет в среднем, а там они живут несравненно больше. Один наш год приравнивается к их одному дню. Я никогда не хотел отправиться в рай. Никакого желания у меня нет. Что мне там делать? Итак, Прабхупад объясняет, что человеческое рождение хорошо, потому что мы осознаем, насколько бренна наша жизнь, она может оборваться в любой момент. Мы не вечны, мы слабы. Так же, как маленький ребенок, который во всем полагается на свою мать. Он зависим от нее. Если мать прогонит, выбросит ребенка, ребенок умрет. Единственная его поддержка, опора — это мать. Если мать выбросит своего ребенка, кто будет заботиться о нем, кто будет кормить его? То есть для ребенка единственная поддержка — это мать. Точно так же мы. Для нас единственная поддержка — это наша гуру Варга, наш духовный учитель. Шлока, с которой я сегодня начал, очень важна. Нама Санкиртана Бхагавана может уничтожить все неблагоприятное, всю грязь, все грехи. Парикшит Махарадж задает вопрос, какой баджан необходимо совершать? Шукадев Госвами отвечает ему: «Нама Санкиртан». Только лишь Нама Санкиртана. Потому что Муни, Риши и все шастры заключают, что Нама Санкиртана превыше всего. Особенно для века Кали. Нама Санкиртана, Парикрама — это лучшие процессы, лучшие способы совершения баджана. Наш Парампуджи Прат Мадава Госвами Махарадж на Картику устраивал Санкиртану по утрам. У нас Харикатха, мы не можем это делать, но в то время они выходили с караталами и совершали санкиртану. Потому что обычные люди не знают о Бхагаване, но видя, как саду совершают санкиртану, они хотя бы обретают возможность услышать. Каждое утро они выходили из храма и ходили по улицам с караталами, мриданглами. Точно так же делал Махапрабху. Как будильник, когда будильник, у вас по утрам будет будильник, и точно так же гуру и вайшнавы, как будильник, идут с санкиртаной, тем самым призывая каждого проснуться. Проснитесь. Что вы делаете? Проснитесь. Бхактивин Такор написал киртан утренний. Замечательный киртан.
Сколько еще ты будешь спать на коленях Майя Деви? Просыпайся. Джив Джага, Джив Джага. Замечательный киртан, который написал Бхактивинода Тхакур. Утром Нитьянанда и Гауранга открывают здесь, в Гадруме, рынок, где великие махаджаны распространяют святое имя, цена которому не деньги, а шрадха. Мой ответ таков на твой вопрос, какой баджу нужно совершать. Я не говорю это для материалистов, которые хотят наслаждаться. Они могут делать, что они хотят. То есть им неинтересно то, о чем я говорю. Бхагаван всегда хочет. Бхагаван помогает нам. Бхагаван всячески пытается вовлечь, то есть помочь нам, но майя не помогает, не позволяет нам выйти из-под ее влияния. Если ты хочешь стать бесстрашным, необходимо совершать хари-баджан. Харинаму, санкиртану, парикраму под руководством вайшнавов. Об этом я могу рассказать пару случаев, чтобы вы поняли, насколько эффективно, каково влияние от трансцендентного звука. Из-за аппаратх, если человек совершает аппаратхи, он не может почувствовать этого, потому что сознание понижается. Но если нет анартх, тогда за одну харикатху можно достичь успеха. Так вот, история. Один богатый человек, хотел оставить семейную жизнь. Он хотел на какое-то время уйти из дома, потому что его не устраивало то, что дома. Ему казалось, что дома одна неблагоприятная среда. И он пошел в паломничество. Никому ничего не сказал. Дошел до Варанаси. Там храм Каши Вишванатха. И там, в Варанаси, он увидел саду, который рассказывал Бхагавата Катху. Неправильно думать, что в Варанаси одни лишь майвади. Нет, там также были вайшнавы, есть вайшнавы. Как, к примеру, наш Бон Госвами Махарадж, Бхактихрида Бон Госвами Махарадж, он долгие годы провел там. Изучал веды, поклонялся Каши Вишванатху. С кророй, с крором, со 108 листочками Белла. Который в особенности любит Шивджи. То есть неправильно думать, что в Варанаси нет вайшнавов. Тем не менее, это место майявади, там преобладает майявади. Этот человек увидел, как возвышенный саду рассказывает харикатху, а вокруг него сидят и слушают люди.
Там уже были приготовлены прасад, натянут пандал, и он решил остаться. Харикатха началась, первый день Харикатхи, и он слушал прославление Бхагаватам. То есть еще даже не начали рассказывать Бхагаватам, только прославление. У него было больно сердце из-за того, что происходило в его доме. То есть он просто убежал из этого дома от материальной жизни, а теперь он слушал Харикатху. И между в процессе лекции Саду произнес вот эту шлоку. Нет счастья ни у Индры, ни у полубогов. Не знает счастья ни Индра, ни полубоги. Счастье есть только у саду. В ней говорится о бесполезности самсары, что все, что есть в этом мире, бесполезно. Весь материальный мир не имеет никакого значения. Все, что вы тут делаете, тратите свою энергию и теряете последнее, что есть. Потому что как только мы соприкасаемся с камой, мы лишаемся духовного знания. Образуется дыра, куда выходит все благоприятное, что у нас есть. То есть все результаты баджана уходят. Мы задумываемся, почему мы чувствуем себя опустошенными. Все из-за камы. Поэтому совершенно точно, что в этом мире нет ничего полезного. Как гипнотизер изменяет сознание людей. Также и майя заставляет нас делать то, что мы не стали бы делать. В этом мире царит черная магия. Самсара — не что иное, как черная магия. Тем не менее, если вы совершаете баджан, в любой жизни, в любом рождении вы можете владеть материей. Вы можете обладать материей. Даже у собак есть доступ к материи. Собаки порой живут лучше, чем люди. Я знаю собак, которые живут лучше, чем я. В Алипуре живет один богатый человек, директор медицинской компании. У него миллионы долларов. Он часто посещал Англию, развлекался там.
Так вот, у него в доме жило 7 собак разных пород, иностранных пород. И для каждой для каждой собаки своя комната, приспособленная специально для этой собаки в соответствии с ее с тем, что ей нравится. Кормили их в соответствии с тем, что также им нравилось. То есть у них у каждой был тренер, и доктор кормил в соответствии с предписаниями. Они получали все, и молоко, и мясо. Их тела умощали особыми средствами и омывали их. Так вот, 7 этих собак жили гораздо лучше, чем я живу. Даже собаки могут наслаждаться так же, как мы. Как я уже рассказывала, одна натренированная собака, то есть, которая, то есть, собака может зарабатывать больше денег, чем кто бы то ни было еще, чем человек. Мы ценим сознание, если вы... То есть возраст не играет большой роли. Мы оцениваем людей по уровню их сознания. Именно поэтому, когда Шукадев Госвами пришел в собрание Риши, которым было уже больше 1000 лет, они встали в почтении при входе Шукадева Госвами. А Шукадеву Госвами на тот момент было всего 16 лет. Почему так произошло? Потому что сознание Шукадева превосходило их сознание. В этих строках говорится, что денно и ночно люди горят в огне. Муж с женой ссорятся, ругаются. Отец с сыном ссорятся. Соседи ругаются. Из Италии вот вопрос поступил, что «Махарадж, пожалуйста, помогите. Нам тут соседи мешают». Ссорятся соседи. Так раздоры повсюду. Невозможно здесь по-настоящему наслаждаться. Повсюду царит черная магия. Майя Деви насылает на нас иллюзию, и мы думаем, о, как здорово можно жить в семейной жизни. А когда мы вступаем в нее, мы понимаем, что это были иллюзии. Итак, все находятся под влиянием Майи. Все следуют Майи. Так вот, этот человек услышал выше процитированный стих и принял твердое решение: «Я больше никогда не вернусь домой». Кто отец, а кто сын? Говорится в ней. Кто мать, а кто сын? Все это просто иллюзия. That, speak,
Да даже на райских планетах сам царь рая несчастлив, нельзя назвать его счастливым. Хотя он властелин всего мира. У него полно беспокойств, переживаний. Почему же Саду вечно счастлив? Как это возможно? Постоянно, никогда он не страдает. Потому что он не зависит от материального мира. Единственное, от чего он зависит, это Бхагаван. Итак, Вриндавана Дхама Парикрама. Вчера мы говорили о Радхарамане, о Банке Бихари. Сегодня мы должны поговорить о Радха Валабхе. Думаю, что вы не видели это божество, потому что Валабха Сампрадая несколько уклонилась или отличается от Гаудия Сампрадая. Валабха Сампрадая считает, что они отдельны от Гаудия Сампрадая. Тем не менее, они когда-нибудь будут вынуждены признаться, что тот гуру, их гуру, который основал Валабха Сампрадая, является учеником Прабхадананда Сарасвати. Но сейчас они не согласны с этим. Его основателя зовут Хари Вамш. Хари Вамш, он замечательный саду. И он ученик Прабхадананда Сарасвати. То есть он духовный брат Гопала Бхатты Госвами. Но в нынешнее время последователи этой сампрадаи утверждают, что они не имеют никакой связи с этим саду. В связи с этим существует одна история. Очень больно, что Валабха Сампрадая сейчас так отдалилась, уклонилась от Гаудия Сампрадая. Это моя причина. Я не хочу говорить о ней, потому что вы неправильно можете понять ее. Наш Прабхананда Сарасвати Пад был очень строг. Хари Вамшджи сделал что-то, что не разрешал делать его Гурудев. Он разгневался и сказал: «Уходи». Он не сказал, что ты больше не мой ученик, он просто попросил его уйти. На день Экадыши он сделал что-то, что не позволял делать Гурудев. Гурудев разгневался и прогнал его. Тем не менее, он замечательный саду. То есть все, что он сделал, это лила, лила гуру и вайшнав. Почему они делают то или иное действие, нам не понять. Итак, он ушел во Вриндаван, в то время там был лес, и совершал баджан, ходя от места к месту. Но однажды он обнаружил божество Радха Валабхе в Нидуване. Прекрасное божество. С лотосными глазами. И с момента нахождения божества он начал служить ему. В конце концов, возвели храм, но значительно позже. Но что удивительно, почему Валабха Сампрадая не используют туласи в подношении бхоги, в то время как сказано, что Бхагаван ничего не принимает без туласи. Конечно, я не говорю о браджавасе. Браджаваси просто берут чапати, так приготовили, и прямо из рук. Вот со мной так было. Я прихожу в дом
Браджавасе. Они только сделали чапати и бросают Кришне, вкушай, Кришна, вкушай, а потом давали мне. То есть у них такое любовные близкие отношения с Кришной, что они могут это делать, мы не должны этого имитировать. В Нандаграме, когда... Вы сами можете увидеть, как чапати ладу снимает с алтаря и бросает божество Нандишвара. Они даже не на каких-то красивых подносах ему дают, а просто бросают ему. И между тем прибегает огромная крыса или мышь, которая съедает все. Ну, преданные тоже потом берут бесплатно, забирают. Так вот это поразительно, почему они так уклонились от Гауди Сампрадая, я не знаю причины этого. Даже в Бхога Киртане сказано, что без Туласи Бхагаван не принимает ничего. Не знаю, в чем дело, почему они не используют Туласи для предложения. Еще одна особенность, что удивительно, они спорят с Гаудия Сампрадая безосновательно. Они утверждают, что Рада Раса Судда Нидхи было написано их гуру Хари Вамши. Но Рада Раса Судда Нидхи было написано Прабхананда Сарасвати, весь мир знает об этом. Но они с этим не согласны. Говорят, что написал наш ачарья. Всего 5 лет назад один брамачари из нашего Гаудия Матха на Имлитале, и меня там не было, он сидел, рассказывал Харикатху. Раньше часто посещал это место, сейчас нет времени на это. Так вот, этот брамачари посреди дня, это был день явления или ухода Прабхананда Сарасвати, в общем, он прославлял Прабхананда Сарасвати Пада. Кто-то записал на аудио, и потом дали послушать вот этой представителям вот этих вот этим вот этой сампрадая, представителям сампрадая. И в конце концов они пришли с разборками и не совсем понятно, то ли драка завязалась, полиция пришла даже. Завели дело. То есть, чтобы убедиться, кто написал книгу, нужно прибегнуть к помощи эксперта, который может проверить стиль языка. То есть стиль Прабхананды Сарасвати Пада был абсолютно отличным от других писателей. Его нельзя ни с кем сравнить. Поэтому очевидно, что все книги про Прабхананда Чандрамрита и, к примеру, сравните с другими книгами про Прабхананда Сарасвати, и вы убедитесь, что это один автор. Один автор написал эти книги. Помимо всего, это сампрадая утверждает, представители этой сампрадая утверждают, что когда Хари Вамшиджи было всего 6 лет от роду, он и написал эту книгу «Радараса Судда Нидхи».
Но это же смешно, как такое возможно. И сейчас споры идут кто-то утверждает, что один ачарья, то есть один знаменитый ачарья, который пропил по всему миру, утверждает, одни утверждают, что он сакхирасе, другой утверждает, что он Мадхура раса бхакта. То есть и то есть вот эти люди, они сражаются, чтобы понять, в какой же он расе. Но какое вам дело до этого? На каком уровне вы находитесь, чтобы обсуждать такие возвышенные вопросы, которые касаются ваших духовных очлей? Вы не можете следовать Сиддханта Вичару, не можете защитить его, а занимаетесь только спорами друг с другом. Зачем бы вам не защищать Сиддханту Гаудия Матха? К чему все эти споры, эта борьба? За такие не Когда я забыл вам сказать, что когда обнаружили божество Говинды, Радхарани с ним не было. Радхарани появилась потом из Арисы, ее привезли. Во сне она пришла царю и сказала: «Ты пошли меня в Джайпур, мой прананад Говинда проявился там». Так когда Говинду обнаружили, он был один. Ну, конечно же, Говинда один быть не может. Радхарани всегда с ним, просто в непроявленной форме. Точно так же Радха Валабху нашли одного. И Радха Раман с внешней точки зрения один, тем не менее, он не может быть одним. Он не может быть один. Они сделали у Радха Рамана, они сделали какой-то прототип Радхарани. То есть это не само божество, а какая-то вещь, то есть какой-то атрибут, указывающий на Радхарани. Итак, несмотря на то, что Валбачарья в нынешнее время заявляет, что они не имеют никакого отношения к Гауди Сампрадае, основатель этой Сампрадаи, Прабхананда Сарасвати Пад, итак, теперь поговорим о Гопешвара Махадеве. Его никто не устанавливал. Ему поклонялись гопи. Гопи поклонялись ему с молоком, водой. Мы не знаем, как он проявился. Это было в Двапара-йогу. А может быть и раньше. Но в шастрах есть свидетельство тому, что Гопешвар находится около Расастхали во Вриндаване, где проходит Шарада Пурнима. Сейчас была Васанта Пурнима. А, простите. Сейчас Шарад Пурнима и Васанта Пурнима.
Только что прошла Шарада Пурнима. И танец раса проходит в эту ночь на берегу Ямуны. А следующий, Васанта раса на Говардхане. То есть место танца раса меняется в соответствии с видами Пурним. Так вот, Гопишвар Махадев около Расастхали. И так и есть. Мы знаем, что храм Гопишвар Махадева находится там. Так, Гопишвар Махадев хотел принять участие в Расалиле, но это запрещено, потому что без позволения гопи никто не может войти и принять участие. Никто не позволил ему, но он пошел. Гопи заругали его, куда ты с бородатой? Но он хотел войти. Он молил Кришну. Кришна говорил, ну как тебе такому, тебе надо принять облик гопи. Он, в конце концов, он принял омовение в Манасароваре. Когда вышел, он уже был в образе гопи. Не осталось ни бороды, никаких мужских признаков. А жена Шанкар Бхагавана Парвати украсила его, искусно украсила, надела на него сари, нарядила в сари, надела сережки и разрешили ему войти. На самом деле никому не позволено заходить в Расалилу, но по благословению Кришны его пустили. Если ночью пойдете к Гопешвару, не ночью, а постоянно у него меняют одежду. Каждый день новые украшения, новые одежды. Но они только ночью. Вечером в 7, когда прекращают лить, возливать воду на него. Постоянно люди приходят, воду поливают, а вечером прекращают, уже не позволяют больше лить воду, моют весь храм и украшают его. Закрывают дверь, проводят арати, закрывают дверь, и он такой украшенный остается на ночь. То есть никто не знает, когда он появился. У нас нет свидетельства этому. Рупа, Санатана, все ходили к Гопишвар Махадеву и возливали на него воду. Даже когда Санатана был в преклонном возрасте, он проделывал огромное расстояние, чтобы прийти к Гопишвар Махадеву от Рада Мадан Мохана, храма, до Гопешвара. Каждый день, чтобы возлить на него воду. А Гопишвар Махадев не мог вынести этого. Он говорил, ты уже достаточно, не нужно больше приходить. Ты столько усилий тратишь, что приди сюда. Но Санатана Госвами все равно приходил, потому что он гопи. Как он мог перестать поклоняться Гопешвару? И он не слушал Шивджи и все равно приходил. Он шел через густые и через лесные дебри. И Гопишвар Махадев сказал, в конце концов, пожалуйста, больше не приходи, так, не ходи так далеко. Я появлюсь, я проявлюсь около твоего дома, около твоего баджан-кутира. Так появился Банканди Махадев.
И Санатана Госвами уже поклонялся ему. Это было близко к его баджан кутиру. Гопешвар на самом деле это наш Адвайта Гасай, но никто об этом не знает. Он сам Садашива. Когда я там, когда я жил в Дауджи Мандире, я каждый день посещал его. Во Вриндаване множество божеств. К примеру, Катьяни. Катьяни. Катаяни. Катаяни — это сама йога майя. Катаяни поклонялись гопи, но без Радхарани. Гопи хотели получить Кришну в мужья, поэтому они приняли обет поклоняться Катаяни на протяжении месяца. Это месяц, когда ни холодно, ни жарко. Уже холодно, но не пронзающий холод еще. И маленькие девочки 4-5 лет от роду собирались вместе и пели о Кришне, шли на Ямуну. На берегу лепили божество Катаяни и ежедневно предлагали ей цветы, гирлянды. При этом они повторяли одну особую мантру. Она написана в Бхагаватам. Катаяни Махамаи. С этой мантрой они поклонялись ей. О, мать, если ты будешь довольна нашим поклонением тебе, мы обретем лотосные стопы Кришны. И в конце концов, Кришна явился, чтобы благословить их. То есть их Катьяни Врата — это не Дурга Пуджа, необычная Дурга Пуджа. Это сам Кришна подтверждает. Их врата для меня, а Катьяни — это внутренняя энергия Кришны. То есть они каждый день это делали, принимали омовение, лепили божество Катьяни. И в конце концов Кришна исполнил их желание и явился на вершине дерева. Глупцы грязно истолковывают эту лилу, но
They are writing that Krishna, this, all dirty thing, because they are passive karma. Это пишут те, у кого в сердце кама. То есть, если внутри кама, то естественным образом вы будете так объяснять, грязным образом объяснять подобные лилы. Но если почитаете комментарии, возможно, 5 лет назад я писал, там есть детальное обсуждение, объяснение. Так, чтобы что ни у кого не остается возможности как-то неправильно понять Расалилу. Итак, в конце концов, Кришна проявился на сидя на кадамбовом дереве. То есть он спрятал одежды гопи. Гопи стали искать одежды. Где, кто взял, кто забрал? Заплакали. А потом они обнаружили, что там Кришна с их одеждами. И начали просить его, верни одежды, холодно. А Кришна смеялся, не отдавал. Пока вы полностью, и даже больше, чем полностью, не вручите Кришне свою жизнь, вы не встретитесь с Кришной. Только когда вы абсолютно вручите все, что всего себя, вы встретитесь с Ним. Не частично, как можно отдать себя, то есть что-то отдать полубогам. Кришна хочет всего вас. Божество Катаяния полностью из золота. Или золотое просто. Поклоны надо предлагать правой стороной этому божеству. Если неправильно, если напрямую или левой стороной, то бесполезны такие поклоны. И существует правило, где, как и кому нужно предлагать поклоны. Допустим, Шанкар Бхагавану как кланяться? Особым образом. Когда Деви Майя одна, как предлагать поклон? Тоже особым образом. Вишну Таттве нужно кланяться левой стороной. Гори Шанкару правой стороной. А если одна... Если Шанкар один, все зависит от того, как вы поклоняетесь. Если прямо кланяетесь, то это как поклон гуру. То есть гуру необходимо кланяться напрямую, не левой, не правой стороной. Если Шанкар один, то я могу предложить ему поклоны напрямую, воспринимая его как гуру. Когда он с Парвати Деви, мне нужно кланяться правой стороной. Так сказано в шастрах. В противном случае, если вы не следуете наставлениям шастр, поклоны будут бесполезны. Также нельзя кланяться молча. Нужно произносить пранама мантру.
Панчакарпазурусхи Бхагаваттам. Вот там Абхунагуруша.